у нас расклад будет на некро Таро, который отсветит весь негатив, найду ли я работу и каким путем, найду ли источник дохода. Вообще какой-либо, потому что доход у нас всех разный. Кто-то пишет картину, кто-то пишет книгу, кто-то устраивается на обычную работу, кто-то хочет карьеры плюсом. Или если есть перебои, то почему? И каким путем можно найти? Почему вообще какие-то перебои? Ну, это может не просто устройство на работу, а какая-то очень доходная деятельность. Ну, например, вы что-то продаете, и вы должны это что-то подготовить к продаже. Там, вы продали квартиру, вы вывозите вещи. Это очень много работы, но она хорошо оплачиваема была. В общем, какой-нибудь источник дохода. Выбирайте варианты. Первые четыре вверху, пятый, шестой, седьмой, восьмой, второй ряд, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, третий ряд. Ставьте на паузу, я начинаю. Первый вариант, девятка мечей прямая, восьмой аркан справедливость перевернутый. Но тут у вас очень большие проблемы какие-то по работе будут. Если вы устроитесь или если вы работаете, то человек как жертва, на него все навешивают. Перевернутая справедливость – это несправедливость. И девятка мечей – это глубокие переживания и конфликты по этой несправедливости. Поэтому, если у вас нет работы, то лучший вариант. И посмотрим, что сила. Ну, по силе вы найдете потом. Жрица. По силе жрица. Да, вам надо искать через ритуалы эту работу. Обращаться к силам, чтобы убрали эту несправедливость к вам. Вам надо убирать эту несправедливость, чтобы у вас наладилось на работе. К вам очень несправедливый, к вам придирается. Если вы не работаете, то лучше сейчас вариант. Потому что к вам очень несправедливо. На вас могут и материальные долги навешивать. Просто как виноваты все, отвечает один. Вот тут это ваш вариант. Вам надо обращаться к силам, чтобы это просто убрали. 11 аркан сила прямая, жрица прямая. Это прямой указатель же, прямее не бывает. И это уберут. И пока вы это не убрали, вам на работу вообще не надо даже думать. И не важно сейчас, каким образом эта несправедливость на вас, но она на вас идет и очень сильно. Как бы работает один, а все бездельничают. Или все делают ошибки, вы будете отвечать. Но тут нужно обратиться, чтобы это убрали. И тогда у вас наладится по силе. Но не могу сказать, что это будет очень легко, нет. Это не самая легкая работа по силе. По силе люди работают много. И по жрице это работа головой очень много. Правосудие работа головой. Ну, найдете. Вот такой первый вариант, а мы переходим ко второму. Пятерка пентаклей прямая и мир прямой. Это второй вариант. Ну, вы хотите, конечно, очень хотите улучшить свое материальное положение, но сейчас не очень. По пятерке пентаклей. Но они оба прямые карты.
И это говорит, что это постепенно наладится, но не быстро. Месяцев через 5 улучшится по миру. Так как они обе прямые, это не пустые уже мечты. Это не пустые уже мечты. У вас наладится, но месяцев через 5. И вы должны загадывать свои желания постоянно. И даже сумму оговаривать. Это должно быть конкретно по пятерке Пентакли. Вам надо загадывать желания. Кто умеет делать ритуалы на желания? Тут надо работать ритуалами на желания. Кто не умеет работать, просто загадывайте свои желания, то, что вы хотите, но это не будет очень много, потому что пятерка Пентакли, она не богатая, уж и точно. И вы получите больше, чем было. Вы получите это стабильно по двум прямым картам. Ну, вот загадывайте очень реалистичные желания вообще по жизни. И у вас это будет исполняться. И так постепенно. Вот один этап у вас сбылся, потом загадываете еще второй этап, потом третий, потом четвертый. Но когда одно исполнится, вы получите этот уровень, вы следующее загадываете. Да, вы найдете, у вас исполнится. Но вот этот период как бы нищеты, его нужно преодолеть, а преодолеть его можно загадыванием желаний такими реалистичными. Вот. Ок, что? Вот такой второй вариант. Мы переходим к третьему. Третий вариант. Семерка пентаклей перевернута, восьмерка жезлов на некро Таро перевернута. Это порча, самая натуральная. Вашим деньгам, то, что вы мечтаете, вашим планам, все это мешает. Тут надо просто снимать. Это натуральная порча, не такая уж маленькая восьмерка. Восьмерка из десятки. Можете вот, если так брать, восьмерка из десятки. Ну, это, конечно, не туз, но жезлов, но очень неплохо. И она вам перекрывает их порча. Восьмерка, у вас всего лишь семерка доход. Ну, вот представьте, перекрывает с лихвой. Он запирает на ключ, причем это такая специфическая порча, она на ключ запирает ваши финансы, разбивает ваши мечты. И пока вы не снимете, ничего тут не будет. Вот какой бы вы источник ни нашли, по семерке Пентакли вам везет. Вы находите очень такие странные варианты. Те, которые другие только могут мечтать. А потом это разбивается. Это самая натуральная порча, вот какая бывает. Третий вариант. Так, пока вы не сняли, у вас всегда будет материальный план разбиваться. А если вы снимете, император, да, все наладится. Император много работает. Это не карта бездельника, это не тот император, что... Это не фараон, что просто имеет наследственную власть. Это хорошие фараоны много работали или теряли власть. Это много-много работы. Но это карьера, это успех вашей деятельности. По жизни вы император. Вы больше получите, чем даже надеялись. Вас отбирают. Но у вас очень большой запас сил, так что уж так совсем все не отобрали. По императору изначальному очень большой запас сил. По старшему аркану четвертому. Так что вот такое. Снимайте третий вариант, а тогда уже смотрите,
Что у вас с доходами, с заработками, там, с карьерой? Третий вариант, а мы переходим к четвертому. Четвертый вариант, двойка кубков прямая, десятка мечей перевернута. Конечно, да. Конечно, это вариант. И даже то, что вы мечтали. Ничего не говорится о величине заработков, но это то, что вы хотели, то, что вы мечтали, то, что конкретно вы для себя планировали. Это не заоблачное что-то. Императорам работу не предлагают. Это именно то, что ваш вариант мечты, конечно, да. И очень быстро по десятке мечей перевернутая. Десятка мечей перевернутая лучше, чем десятка мечей прямая. Конечно, да. И мало того, эта радость будет для двоих. Возможно, у вас двое в семье найдут работу. Ту, которую вы хотели, или это деятельность для двоих. У вас совместная. Маленький там какой-то был бизнес, он расцветет. Или какая-то совместные планы исполнится. Ну, очень хороший расклад. Конечно, да. Высший балл просто. Все. Вот то, чего вы хотели, чего вы планировали, оно сбылось. Неожиданным путем. И к вам придет радость для двоих, для вашей пары, для семьи. Конечно, да. Очень хороший. Четвертый вариант, а мы переходим к пятому. Пятый вариант. Императрица, третий аркан перевернута, королева жезлов прямая. Конечно, да, вы получите. Вы получите, это уже доход хороший. Или вы карьеру делаете. Или бизнес делаете на работе чужой, или у вас свой хороший доход по императрице. Императрица всегда хорошо имеет деньги, даже перевернуто. Но сейчас ваше положение не такое сильное, как обычно, потому что императрица перевернутая, и у королевы жезлов завязаны глаза, хоть она прямая. Это говорит, что вы чего-то не видите. Если вы это что-то увидите, вы резко увеличите свой доход, свою карьеру. А вы увидите человека, тут это король кубков перевернутый, который вам очень мешает. Не то, что он магичит, нет, но он вам, как это, палки в колеса вставляет очень-очень активно. Вы увидите человека, который вам мешает. Шестой вариант. Семнадцатый аркан звезда перевернутый. Тройка кубков перевернутый. Да, конечно, найдете, но раза с третьего. Потому что звезда перевернута. Какие-то вы три, или вакансии, или варианты, или три выбора сделаете, но в итоге он все равно будет очень счастливый. Это может не то, что вы мечтали, потому что звезда перевернута, но к этому близко. Все равно это большая радость. И еще, если у вас еще кто-то ищет работы, то он тоже найдет по тройке кубков. И если вы помимо работы о чем-то переживали, за кого-то из своих близких или кого считаете своим близким, то тройка кубков тоже говорит, что все хорошо, очень закончится и очень быстро. И по тройке кубков это 3 дня, 3 недели, может, 3 часа для кого-то. Это тройка, и тройка еще намекает, что это объединение. Несколько, что это работы не одного человека. Это какая-то или структура, или организация, или у вас есть единомышленники трое, кто на себя работает. Это вам очень-очень хорошо знакомая работа по звезде. Вы специалист этого дела. Если вы молодой специалист, то еще ничего
не знаете, то вы очень быстро научитесь по звезде. Звезда – это ум. И награда тут за ум, но это умственная такая работа или связанная с вашими знаниями и навыками. Это не грубая физическая работа, это не конвейер, это там не сбор урожая, нет. Это связано с оплатой за вашу голову, за ваши познания, которые долгое время по перевернутой звезде не были востребованы, но они будут. Это карта специалиста, и говорят, что работу вот именно специалисты найдут. Если вы вытащили эту карту, и вы ищете каким-то, ну, разнорабочим работу, она предсказывает, что вам будет сложно найти. Но вы все равно найдете по тройке кубков за счет или будете обращаться в разные организации, или через знакомых, или через родственников найдете. Но, в принципе, это карта специалиста. Если вы не специалист, поищите что-нибудь, какой-нибудь другой вариант. Звезда – это специалист, прежде всего. Это человек умный и профессионал. Такой шестой вариант. Мы переходим к седьмому. Седьмой вариант. Двойка мечей перевернута. Двойка пентаклей прямая. А у вас какие-то был или раздел, развалилась организация пополам. Или вам пришлось уйти с работы, потому что был какой-то конфликт. Но больше всего это похоже на раздел. Двойка мечей, двойка пентаклей, что у вас разделилась ваша организация, ваше рабочее место пополам. Из-за конфликта, конфликт и корни его были в деньгах, по двойке пентаклей. Но карты вам говорят очень интересную вещь, что то, что вы потеряли, вы вдвойне обретете. Не переживайте. Вот от того, что у вас было. Даже если вы получите те же деньги, они у вас будут оставаться. Вы не утратили, вы приобретете больше. Двойка мечей перевернута, двойка пентаклей прямая, вам придет лучше. Так что не переживайте, да, найдете. Двойка намекает о числе 2, 2 дня, 2 недели. Максимум 2 месяца вас устроится. Вот. Так что переживать не стоит. Что вы потеряли, вы вернете. А там ничего нельзя сделать, там просто пилят пополам. Или по-личному, но даже если это по-личному, то знаете, причина — это пентакли, это деньги. Ничего там другого нету. Все остальное — это объяснение. Или вы лично не нравитесь, или кто-то делили деньги. Или ваше место хотели занять, или ваши деньги. Ну, вариации тут любые, и тут, скорее всего, не один человек замешан. Вы обретете больше, чем хотите. Если у вас ничего такого не было, значит, у вас появился просто крадник, который забирает ваши деньги, банально. Если у вас ничего такого не происходило на реальном плане, или вы этого не видели, это происходило на магическом. Ну, тут по-любому у вас забрали половину, но вы это обретете. А забирали чисто из-за финансов. Вот такой седьмой вариант. Мы переходим к восьмому. Восьмой вариант. У вас Паж Жезлов перевернутый на некро Таро. Это особый Паж Жезлов и тройка Пентакли перевернута. Вы вообще смотрите в другую сторону и не видите ничего. А потому теряете, не можете обрести.
Вам надо поменять или саму работу, если вы работаете, хотите больше, или может даже на время уехать из страны, поработать. Чтобы вернуться, поменять эти энергии, вам нужно снять ту маску с лица. Она вам глаза закрывает, вы не видите. Не понимаете, вам нужно немножко отойти в сторону или просто отъехать и обдумать. Вам нужно время обдумать и самой обдумать, потому что слишком на вас большое идет давление. Вами управляют, вами руководят, и деньги ваши тают. И куда бы вы сейчас ни пошли, вас ждут убытки по перевернутым пентаклям и Паш Жезлов перевернутый. Он говорит об убытках, потому что вы видите не то и смотрите не туда. Мало того, что валет Жезлов перевернут, у него еще глаза закрыты. Мало того, еще думает за него. Видите, там голова птицы. Еще и думает за него. Поэтому вы не видите. Вам нужно отойти, чтобы эта маска спала. И пентакли повернулись, и наладятся у вас заработки. Вы что-то делаете не то, смотрите не туда и думаете не о том. Это не фигурально. У вас действительно закрыто. Вы даже отвернулись от денег, от пентакли. И обе карты перевернуты. Это говорит, вы идете не тем путем. Не идете, очень слушаете чужих советов. Думаете своей головой. Я сейчас посмотрю, что будет. Так. Тройка жезлов прямая. Еще хуже. Шестерка пентаклей перевернутая. Ну, знаете, у вас порча. Это чистой воды порча. Это по-любому порча, очень сильная, она усиливается. У вас пока первые симптомы. У вас порча именно с деньгами, что и мороками, чтобы вы не видели. Это надо снимать. Пока не сняли, бесполезно. У вас, чтобы у вас не было, и сколько бы вы не зарабатывали, у вас больше будет уходить. Это только симптомы. Это по-любому тут. Вот такой восьмой вариант. Еще восьмерка, это подтверждает, что это зацикленная ситуация. Она больше и больше будет ограничивать, потому что восьмерка это Сатурн. Это не позитивное число, как многие думают, бесконечное. Это бесконечное, но сжатие. Сатурн, он обладает энергией сжатия. Он ограничивает. И вас все больше и больше будет ограничивать, чтобы вы наконец повернулись и что-то сделали. Это по-любому порча, она нарастает. Пока ее как бы еще нету, но она нарастает. Это 100%. Вот такой восьмой вариант, мы переходим к девятому. Девятый вариант. Королева мечей и десятка пентаклей, да, конечно. Но у вас не просто работа, у вас очень хороший доход. Это же не работа. Это доход очень хороший. Либо вы человек бизнеса, либо вы получаете дивиденды или наследство, ну что угодно. Но судя по вашей королеве мечей, вы сами зарабатываете. Это предпринимательство, наука, это дивиденды. За вашу голову, за то, что вы редкий специалист, в чем бы то ни было. Если вы практик, то вы привлекаете себе деньги очень хорошо, вот за талант к этому. Если нет, то вы зарабатываете головой. Вы готовы отбиваться от всех и сражаться за свои деньги, все. У вас очень хороший. Десятка пентаклей – это уже не работник наемный. Это капитал. Чуть поменьше, чуть побольше, но там вы будете богатеть. Очень хорошее. И богатеть именно за счет ума. Не потому, что вам повезло, вам и не особо-то везет.
По королеве мечей. Это не карта, что сыпется на голову. Это не паш кубков, которому это подарили. Нет, вы заработали, вы сами научились, вы еще и защищали свои проекты, свое мнение, саму себя. И очень многое вы делали в одиночестве, потому что идете своим путем, вы умеете себя поставить, вы умеете проплавить любую ситуацию. И вы понимаете, как заработать деньги и как их защитить. Просто отлично. У вас все хорошо было, есть и будет. А провалы, они, конечно, у всех бывают. И в бизнесе бывают, и в науке бывают. И кто этим занимался, это прекрасно знает. Ну, ваш талант, ваша голова. Ваше искусство заработка – это ваша голова. Ваш интеллект, ваш разум, он у вас всегда как бритва. Даже два меча подчеркивают. В данном случае ваш разум острый, как бритва. И в финансовом плане тоже. Вот такой девятый вариант. Переходим к десятому. Девятый вариант. Всадник Пентакли перевернутый. Королева кубков прямая. Да, конечно, у вас будет доход или работа с небольшим опозданием, потому что Пентакли всадник перевернут. Вам принесут весть о деньгах. Это для кого-то работа, для кого-то источник дохода, для кого-то прибыль. Смотрите, у кого какая жизнь. Сами выбирайте из этих вариантов, что именно вам придет конкретно. И вы получите как дама кубков. Если вы устраиваетесь на работу, то работа будет приятная, атмосфера будет приятная, и люди будут приятные. Это не тяжелая работа. И вполне возможно, это в сфере документов по рыцарю Пентакли. Или в денежной какой-то сфере. И по даме кубков это может быть и сфера красоты, и сфера сладкого, сфера моды. Или там, где, или оба они отвечают за контакты, где требуется общение с большим количеством народа, и держать это легко, у вас это получается. Если вы будете в этих сферах искать, то вы устроитесь наилучшим образом, как королева на троне. Неважно, мужчина вы или женщина, королева работает меньше, чем король. Ну, во всяком случае, в классическом варианте. В данном случае это классический вариант. Дама кубков не отвечает сейчас, что это вы мужчина конкретно, а это женщина, нет. Она отвечает за атмосферу и за область. Дама кубков наиболее близка к планете Венера. Ближе уже не бывает. Так что в этой области вам наиболее повезет. Ну или если вы работаете с эмоциями, ну тут это не самое сильное место все-таки. Поэтому лучше те области, которые, где одна индустрия сочетается с другой, с деньгами или с документами по Пентаклям. Вот такой десятый вариант. Мы переходим к одиннадцатому. Одиннадцатый вариант. Шут прямой. Пятнадцатый аркан прямой. Это лучший пятнадцатый аркан на Некро Таро. Он самый здесь благожелательный.
Эти две карты отвечают за свободу, обе, за выигрыш. И говорят, что вы можете сорвать крупный банк в жизни, если у вас есть склонность к азартным играм, и вы выигрывали. Еще раз повторяю, для тех, у кого есть этот дар проявляется очень рано, с детства, и выигрыши вам идут. Если у вас есть склонность к выигрышу, к азартному, вы сорвете банк. И очень хороший. Если вы не играли в азартные игры, начинать не надо, это уже поздно, бесполезно. Вы не выиграете ваш выигрыш в другой. Вы выиграете то, о чем мечтали, вариант своей мечты, но как хороший игрок вы обязаны быть очень-очень хладнокровны. Ни шут, ни 15-й аркан, они не эмоциональны, они не за эмоции отвечают, они оба отвечают за разум и оба за выигрыш. Они прямые. Вы получите большой выигрыш своей мечты, получит каждый, но размер этого выигрыша зависит от вашего хладнокровия. Не вздумайте хватать первое попавшееся. Но это не касается любви. Нет, это именно шанс устроиться в жизни, либо материальной сферы, либо карьеры, либо вообще вашей заветной какой-то мечты. Но это не любовь, это не ребенок. Это другое. Именно вот устроиться в жизни и сорвать куш, о котором вы мечтали, один из очень немногих, он редкий. Это не работа, это гораздо больше. Не важно, что он в рабочем раскладе. Но если для вас это очень важная работа, и вы идете путем работы или карьеры, то очень придирчиво выбирайте сферу. Не важно, в каком вы возрасте. Если вы уже не работаете и работать не можете по возрасту, значит, к вам придет какой-то шанс, о котором вы всегда мечтали. Это все равно исполнение мечты, очень долгой, очень заветной. Это покровительство одновременно светлых и темных сил. И они вам говорят вперед. Не тормозите, но и не бегите. Вам хороший игрок, он какой? Он всегда хладнокровен. Это если вы будете хладнокровны, вы сорвете этот куш. Это шанс поймать огромную удачу, жар-птицу поймать в руки, фигурально выражаясь, не буквально. Вот это заветный шанс. Или хорошую. Это то, что вас еще должно и обеспечивать. Шестерка Пентакли. Но это все-таки материальной сферы касается. Если это карьера, то это ради денег. Да, и второе. Или недвижимость. Туз Пентакли. И восьмерка. Это или недвижимость чистой воды. Да, еще Луна. Или деньги. Деньги в виде работы, у каждого идет свой источник, да, иерофант перевернутый, конечно, но никакой, и солнце прямое, это, но для кого-то может быть и карьера, для кого-то успех в творчестве, солнце прямое, иерофант, это обязательно связано с деньгами, это может быть успех, слава, это или с деньгами связано, чисто, либо творчество получите, деньги, либо ваша заветная мечта. Но деньги обязательно к этому прилагаются. И либо недвижимость, либо капитал, либо признание. Туз Пентакли, конечно, может сработать в карьере и в признании тоже. То есть либо это признание, карьера, взлет. Либо недвижимость, либо деньги за творчество после взлета придут. Но по-любому это успех, и мало того, это вам предсказывает свободную
и независимую жизнь. Но в случае, если вы будете хладнокровны. Это с кубков. Да, тут по-любому. Это только усиление. Любая карта только усиливает. Прямая карта высших сил. Еще раз говорю. Третий раз. Тут иерофант отвечает за высшие силы. Шут. 15-й аркан. Прямая карта высших сил. Два раза упомянуто светлые силы. Шут и иерофант. Высшая сила в виде и прямая колесница, да, автобизнес. Да, это 100 раз, да, это шанс один из очень редких в жизни, а вот вам выпало, и держите его. Это ваша счастливая звезда горит, она зажглась, она горит, главное, чтобы она не погасла, делайте все возможное для этого. Прямая колесница, вперед, успех, это чисто. Самые хорошие карты, в общем-то, в колоде выпали на это. Вот такой 11-й вариант. Мы заканчиваем, переходим к 12-му. Двенадцатый вариант. Девятка жезлов перевернутая. И пятерка мечей. Ну, у вас порча на вражду, на войну, на разорение, на что хотите. Тут порча по-любому. Тут какие тут деньги, работа с такой порчей. Тут и порча, и подклад. Ну, что угодно тут. Тут и сами работали, старались. Это и кладбищенское, и обращение к силам. Церковная, как часто называют. Но церковная порча – это всего лишь разновидность работы с высшими силами. Просто через одну религию. А тут работали через несколько, посильнее делали. Ну, это надо снимать просто. Что бы вы ни нашли и что бы вы ни делали, у вас проблема на самом деле совсем другая. У вас проблема снять ее. А по девятке она хорошая. Порча. А по пятерке она уже начинает очень больно колоться. Она именно вас колет по-любому. Может, медицинский колет, может, конфликтами колоть, может, все вместе проявляться, и оно будет все вместе. И пятерка, она очень нестабильная. Девятка вообще это конфликт, сам по себе число. А пятерка, она говорит об отношениях, о наших контактах, но не близких, а вообще это. И вместе это дает конфликт и очень нестабильную структуру. Вот что бы вы ни делали, вы будете образовывать очень нестабильную структуру, и она будет разваливаться. А тут еще очень по медицине ударило. У вас другая проблема, не работа. Вам снимать надо. Что бы вы ни делали, какую бы вы работу ни нашли, все равно развалится. У вас проблема со здоровьем гораздо более острая. Если ее еще нету, то очень хорошо вы успели. Если есть, то знаете причину. Но как бы самое хорошее, если вы узнали до проявления симптомов, что у вас на самом деле тут надо снимать. Это порча в чистом виде и сделали ее профессионально. По нескольким канонам. Вот такой реальный практик вам сделаю. За деньги. Не то, что на вас практик нападал. Нет, практик на вас не нападал. Он просто взял плату, он поступил беспринципно, может быть. Мы это сейчас не разбираем. Но это сделано за деньги.
Эти деньги этот человек возмещает тем, что вы теряете вашими ущербами. Вот такой 12-й вариант, и мы заканчиваем.